Привет, ребята, это исследователь. Вот я снова тут. Хочу рассказать вам про программку Bandicam. Южнокорейская, по-моему, фирма. Сидят они. Одна из самых хороших программок для записи с экрана, игр, всего, чего попало. Есть небольшие недостатки. Но в целом вполне нормально. Работает, она платная. Можете ее, конечно, поискать, полечить. Но будьте осторожны, там к ней могут трояна прицепить, если вы на торренте каком-нибудь скачаете. Здесь вышла версия четвертая. Была 3.2, 3.4, вот это 4.0.1, 4.1. Давайте посмотрим. Здесь вот вы выбираете размер прямоугольника, экран, либо вокруг курсора. Интересный новый такой режим. Раньше его не было. Здесь игры и видеоплееры. Игры не могу особо захватывать. Слабый процессор и компьютер. Здесь веб-камера и всякие устройства видео. Но у меня просто веб-камера. Ой, не могу. Сейчас же записываю на нее. Тут единственная была проблема с веб-камерой Logitech. Пишет не инициализировано. Просто поменяйте режим в настройках. Motion JPEG, когда ставишь, это огромный размер файла. Тогда он ее видит. Какая-то вот именно недоработка в самой программе. А когда профиль i 400, по-моему, там называется, там три профиля у этой веб-камеры, не дает. В других программках все нормально, захватывает с камерой, все в порядке. Это именно их недоработка, но как бы им, наверное, пофиг. Здесь нажимаете, переходите сразу настройка звука. Основное, и здесь микрофон, здесь, например, что в Windows играет, можно сделать кнопку. Ну, по кнопке нажимаете, тогда звук записывается, только когда нажимаете. С веб-камеры картиночку добавлять, мышь, эффекты, логотип, приоритет. Так, все. А, ну да, я сюда заходил. А, сюда тоже. Здесь прыгает микрофончик. Это хорошо, чтобы понять, что он вообще работает. Я бы еще сюда добавил наверх, ну, в панельку. Время показывает. На горячих кнопках включить, выключить. Скриншот, как я понимаю. Так, что здесь? Начало работы. Это то, что тут. Здесь смотрите, что мы записывали. Здесь картинки. Дальше меню слева. Куда записываете. Здесь время. Если плохо сломано, то оно не дает повторно занять. Плохо вылечено. Настройки видео. Вот здесь. А, нет, ты не туда зашел. Вот здесь. И шаблоны. Вот проблема, недостаток с кодеками, только 264. А это платный кодек, и на самом деле ничего в нем хорошего нет, он корявый. И для звука тоже ACC, только чтобы для звука другой поменять. RCM это огромный. MPEG 1, Layer 2. То AVI контейнер надо ставить. Устаревшие какие-то контейнеры, МКВ сделали бы. И здесь вот появляются другие кодеки. Можно, вот внешний кодек. Ну, что-то у меня коряво работало. Тоже какой-то 264 я ставил. Может быть, можно поставить VBM бесплатный. Вот, XVID какой-то я ставил. Но Motion JPEG это просто огромные файлы. Огромные по размеру. Никогда не ставьте.
В общем-то, и все настройки дают. Ну вот для видео, видите, есть кодек, можно выбрать. А для звука вообще не дает. Не знаю, как ему другой пихнуть. Опять же, тот ОГ какой-нибудь. Может быть, есть какая-то возможность, но я не нашел. Так. Захват картинки иногда нужно. О, программке 4.01.13.39. Ну, на этом все. Ставил я и другие. Можете пользоваться, в общем-то, любой, но все-таки это такая удобненькая, не скажешь, на четверочку бы я ее ценил. Можно захватывать OBS, Open Broadcast Studio. Ну, про нее, наверное, потом поговорим. Всем спасибо, до свидания. Это был исследователь про программку Bandicam.